Здравствуйте всем, я с Украины, с Одессы, с жемчужины у моря. Хотел поговорить о такой серьезнейшей и важнейшей теме, по поводу же, да, о таких серьезных фактах и таинствах о Библии. А что же здесь имеется в виду? Знаете, первое, что мы должны понять, что, скажем так, мы должны понимать, что, во-первых, то, что есть Господь, есть Библия, и что это является истина на уровне мозгов. Да? Если мы понимаем на уровне мозгов, да, конечно, все уже первый момент сделаем. Но это, знаете, вот такое, это первый шаг. Главное, второй шаг, мы должны понимать, прочувствовать, понять Господа не просто своими только мозгами, а еще и своей внутренностью, душой своей прочувствовать и своим сердцем прочувствовать. Потому что если мы это все прочувствуем, тогда мы действительно можем познать Господа и делать нужные дела Господу, жить, как хочет Господь. А что для этого нужно сделать, чтобы это прочувствовать? Это же не просто пошел, прочитал и понял. Для этого есть специальные инструменты, которые, скажем так, раскрывают наше естество по отношению к Богу. А что это означает? Это, смотрите, есть такая вещь серьезнейшая, как покаяние. Когда мы каемся, этот процесс нас очищает изнутри, он делает нас действительно, ну, скажем, путь к Богу, мы становимся духовными людьми, наш дух раскрывает. Это то, что действительно заповедовал Иисус Христос. И то же самое, когда мы потом еще и Отца, Сына и Духа Святого, так же самое мы становимся еще ближе и ближе к Господу Богу нашему Иисусу Христу. Потому что действительно мы исполняем волю Божью. Это очень важно. Важнейший момент. Те моменты, которые действительно раскрывают нас потенциал, наше естество по отношению к Богу, наше естество. Понимаете, что же? Поэтому это нужно такие вещи серьезно понимать, что когда действительно мы будем первое понимать на уровне мозгов, и потом на уровне духа и сердца кайса, будем раскрывать свою духовность по отношению к Богу, что мы будем духовное понимание. И таким образом уже у Господа будет все больше и больше шансов, действительно, скажем, сначала имя Аминь, возрастаем наш дух. И вечность.